Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу напомнить вам о двух криптокранах, которые до сих пор работают, платят. Все замечательно. Первый кран — это People Lare. Здесь я собираю монетку Zcash. Раз в 24 часа я захожу, раз в день. Скажем так, на один и на второй кран. И собираю. Значит, здесь кликаю я ежедневные награды. Я выводила на кошелек. У меня установлен. Блин, забыла, как он называется. Ну, не суть. Потом я вот поставила, прописала адрес с биржи Binance. Вот у меня на данный момент вот Zcash. И вот эту монетку я собираю еще. И все замечательно. У меня на Binance приходят криптомонеты. Так как, почему я установила на Binance? У меня было на кошельке, не помню, там 50 с чем-то долларов уже набрано вот этой монетки. Я собиралась ее выводить. Мне было ее не вывести. Что я сделала? Я удалила этот кошелек с компьютера по новой. Потом его опять установила, как бы скачала. И вошла в кошелек вот, ну, по паролю и по секретной фразе. Там же секретные фразы дают. И благополучно я вывела. Но перед этим, как я прописала, я испугалась, конечно, что мне монетки мои не вывести. Выводила я на биржу Binance. Вот, и прописала сюда кошелек с Binance. Думаю, придут. Хорошо, но не придут, тогда обратно пропишу кошелек. Ну, все благополучно пришло, и я не стала его удалять. Мне монетки приходят на Binance. Собираю я, как я уже сказала, раз в день. Захожу, кликаю запрос. Далее на синюю вкладочку. И мне вот такое количество монет начислили. 1149 Zcash. Согласитесь, неплохо. И регистрация вот на этих кранах, кто не знает, нужно, чтобы была обязательно почта gmail.com. Далее, что я делаю, ребятки? Я собрала. Давайте я тут еще не собрал вот этот. Надо еще собрать. Также кликаю. И вот эту я монетку собираю. Она тоже мне на Binance приходит. Она приходит, когда вот здесь количество. Там вот Zcash минималки нет. Она обрабатывается, приходит. А это вот нужно минималку набрать. Далее что? Я сейчас обновлю. Так, обновила. И вот это, смотрите. Daily, видите? Вот у меня сегодня последний день. Завтра у меня вот эта штучка загорится. Следующий день. После того, как я соберу, ну или до сбора, неважно, как бы вот это. Сюда я кликну и сделаю сбор. Это как бы бонусы даются, да? 1, 2, 3, 4, 5. На шестой день. Потом они уже на седьмой умножаются. Вот. И пойдет по новой опять, как бы. Но я собираю на браузере Браво. На обычном браузере дают меньше. Вот. Далее, второй кран. Это кран Horizon. И здесь я тоже собираю. Я здесь очень давно сижу. И я вот недавно, в прошлом месяце, уже более 100 долларов с этого, как бы, крана вывел, опять же таки, на биржу Binance. Точно так же кликаю. Разгадываю капчу запрос. И вот мне тут и бонусы, и все такое. Так, насчитали. Вот. Далее, смотрите, у меня значок пустой. Сейчас я, опять же таки, обновляю страничку. У меня теперь 5 звезд. Я вот кликаю
на синенькую. И вот такой вот мне как бы бонус дается, ну, не всем дается бонус. Кликаю играть, и вот здесь какая у меня комбинация выпадет, столько мне и начислят. Кликаю играть, и вот такая вот комбинация вышла, и 1931 дзен мне дали еще помимо того. Закрыть. А завтра я еще бонус соберу. У меня будет гореть, как бы, если я обновлю. Вот. Так, далее иду на Horizon. Вот здесь у меня уже баланс по нулям. Здесь как бы в USD. И вот у меня 56 429 зен монет. Монетка очень хорошая, но цена, видим, да, плавающая, то выше, то ниже. Я ежедневно хожу, вот здесь собираю. Вот 12 ноября я выводила, здесь стоит минус 61. Это здесь как бы по курсу идет, но выводила я чуть больше $100 у меня было. Вот, монетка сейчас немножко упала. Вот, и... Тоже как вывод обработается, монетка придет. Также, если я перейду сюда, вот Zcash мой, и я вот постоянно здесь как бы, да, у меня приходит монетка. Монетка придет, как обработается сеть эта, да? Так, и вот у меня 3-12, это вот все я как бы вот 25 тысяч, нет, подождите, 253 943 Zcash, 1059 это нано, потом опять вот это, и вот все мне вот сюда как бы приходит монетки на кошелек, но на почте еще нет. Ну, ребятки, они приходят, ну, как бы проверьте сами. Хотите, устанавливайте кошелек, а хотите, выводите на биржу Binance. Вот. А сюда вот должен прийти монетка. Нужно немножечко подождать. Даже вот на паузу поставлю. Сюда быстрее приходит, чем на биржу. Сейчас поставлю паузу и обожду немного. Ой, сейчас покажу я вам кошелек. Вот мои монетки, ребятки, в пидинге стоят в обработке, но они как бы уже в кошельке. Вот 5476 зен. Это в криптомонетах, это в USD мне показывают. Вот. Кому интересно, работайте, собирайте монетки. Монетки перспектив. Активные. Вот. Естественно, я собираю. Ну, собираю его, как бы. И потом вывожу на биржу Binance. Там я уже перевожу их. Вот. Другую криптомонету. И впоследствии это все идет на карту. Вот. Ну что, на этом все. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч.